Мэри Джейн Уотсон, младший редактор. Начинаю запись. Ограбление музея несколько дней назад стало началом беспощадного наступления на город. Количество жертв лишь растет. Вчера капитан Юри Ватанабе была отправлена в отставку после того, как чуть не убила Дона Маджи и Кувалду. По слухам, она сказала: «Это меня не остановит». Примечание. Заняться этим позже. Не думаю, что это конец истории. Тем временем Кувалда, который, как считалось, погиб, сумел выжить и сбежать из-под стражи. Полиция ищет его, но у них нет ничего конкретного. Его люди продолжают охотиться на оружие и технику Соболя, включая нечто по имени Проект Олимп. Нам удалось выяснить, что Проект Олимп — совместное начинание Оскорп и Соболя. Некая биотехнология для превращения людей в непобедимых суперсолдат. Кувалда жестоко безумен, а теперь выходит еще и неуязвим. Но главное сейчас — выяснить, где скрывается Кувалда. Вопрос в том, что нам делать, когда мы его отыщем. Привет, МДжей. Я следую за копами на завод «Оскорб». И похоже, что парни Кувалды взялись за старое. Про Юри новостей нет? Пока нет. Скучаешь по ней, да? Да. Было здорово. Ну, конечно, не так, как у нас с тобой, но все же. Ну да. В общем, я кое-что разузнала. «Оскорб» наращивает производство снаряжения по проекту «Олимп». Видимо, именно поэтому люди Кувалды и атакуют завод. Заказ по «Олимпу» «Оскорб» выполняет для «Соболя». Она заключила сделку с Осборном во время «Дыхания дьявола». И оказывается, все же должно пойти на экспорт. В Симкарию. Симкария же ее родная страна. Где сейчас идет кровопролитная гражданская война. Ты слышал об этом? Нет, мне сейчас не до международных новостей. Немного занят местной войной тут, в Нью-Йорке. Там жуткая история. Расскажу, как будет время. Да, буду рад поговорить о чем-то, кроме Кувалды, для разнообразия. Слушай, как насчет взять отпуск, когда все это закончится? Отпуск? А что это, я не очень в курсе. Да, я тоже. Но правда, он нам нужен обоим. Надо что-нибудь придумать. Сообщи, как выяснишь, что там на заводе «Оскорб». Хорошо. Это что? Танцевальный баттл? Обожаю их! Моя очередь! Новая броня, конечно, клевая, но я скучаю по вашим убогим нарядам а-ля 70-е! Сразу переходите к делу, да? Слушайте, а вы вообще по жизни дружите? Или так, коллеги? Ваша контора как-то слишком резко разрослась. Вы поди друг с другом и не знакомы. Позвольте представить вас друг другу. Винни — это Винни. Винни — Винни. Почему никто не смеется? Стойте! Может, вы не смеетесь, потому что вас всех правда зовут Винни? В таком случае приятно познакомиться, Винни. Винни? Ну же, Человек-паук! Сыграем в «Спаси свинью»! Вот грубиян. У парня с ранцем явно недобрый. А, ну привет, осадники! Куда делся ваш друг? Что, молчите, да? Может, просто не слышите меня из этих своих ранцев? Шикарные у вас ранцы! Где такие дают? Дайте догадаюсь, вы их просто на дороге нашли? Знаете, вам бы начать самим что-то делать, вместо того, чтобы все воровать. Самим же приятнее будет. Может, не будете вечно такими злыми? Я тебя пригласил.
задал ему! Что ж весело? Не надо! Эй! Подходи! Если не слабо! Ты меня на слабо берешь? Серьезно, что? Ли. Что за? Это твое? Нет. Но как было бы круто! Ты в порядке? Да. Да. Давно не виделись. На кого работаешь? На кувалду. И где этот кувалда? Постой! Может, возьмем по чашке кофе и поговорим по-человечески? Кстати, мне нравится эта твоя летающая штука. Скажи мне все, что знаешь. Ну, без пушки в лицо у меня дикция лучше. У тебя 3 секунды. Просто опусти оружие. 1. Ты это серьезно? 2. 6, 9, 100, 500. 3. Кажется, ты напряжена. Успокой дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох. Говори, где найти кувалду? Сам не знаю, но мы можем перестать мутузить друг друга и объединить силы. Объединить? Нет! Чем я тебе не угодил? Стой! Ты что, Джеймсона начала слушать? Ты вроде должен защищать город, но при этом просто так позволяешь кувалде воровать мое оружие и припасы! Ничего я не позволяю! Наоборот, постоянно пытаюсь его остановить! Плохо пытаешься! Очень! О, обидно. Но ты права. Кто знает, может, ты втайне работаешь на него. Ого, это уже слишком. Я тебя не знаю. Очевидно. И не доверяю тебе. Держись подальше от меня, если не хочешь неприятностей. А что будет? К черту! Да что это с тобой? Ты же из хороших парней! Да, я из хороших. Но я не парень. Да уж, трудности перевода. А как же выживешь, поблагодаришь? Кто вернулся? Я знаю, кто. Соболь. Откуда ты знаешь? Работа такая, все знать. Полагаю, она здесь, чтобы помешать кувалде украсть свои грузы. Это хорошо. Может, вы с ней сработаетесь? Вот, в данный момент это не очень реалистично. Ну ладно. Я начала разбираться, что творится в Симкарии. Хватит нести всякую ерунду! Чудила? Как ты... Живо! Двигай на 8-ю и Перлман, пока я и мои фанаты не сдохли от скуки! Что она на сей раз выдумала? Надо поспешить, пока никто не пострадал. Если мы наберем 50 миллионов подписчиков, я закачу эксклюзивную вечеринку! Вечеринку, да? Похоже, хорошая возможность наконец покончить с ее выкрутасами. Думаю, что стоит подыграть ее планам.
Давно не виделись. Эй, паучок, знаешь, кому будет плохо? Половине города, если ты не найдешь бомбы. Мне нужно вырубить этот стрим. Но сперва бомбы. Фанаты чудилы совсем свихнулись. Надо расчистить этот завал. Не переключайтесь, ребята! На очереди фотобомба! Что это за любительщина? Теплее. Куда ты намылился, вот же она! Ну уже, ты ведь можешь гораздо лучше. Почти на месте, но не опоздаешь ли? ОМГ, ты близко, как только возможно. Надо найти последнюю. О, отличный снимок! Надо следовать за грузовиком. Тебе в другую сторону! Лучше. А знаешь, что я думаю об этом? Прости, МДЖ, что отключился. Нужно было с чудилой разобраться. Снова. В последнее время в твоей жизни много женщин. И ни с кем из них не просто. Кроме тебя, конечно. Ха. То есть я, значит, простая? Ну, нет. Если тебе хочется, чтобы я считал тебя замороченной, то с тобой заморочки хорошего типа. Вот так. Неплохо. Спасибо. Ладно, я продолжу искать следы кувалды и сообщу, если найду причину заморочиться. Добрый день. А я побегаю по городу и поделаю обычную паучью работу. Привет. Всем постам. В финансовом квартале водитель грузовика в опасности. Это могут быть люди кувалды. Надо проверить. Понятно. Мои фанаты сейчас ищут тролля, чья аватарка ну очень похожа на Человека-паука. Мне надо отправить этих ребят назад за решетку. Где она только находит этих ребят? Я хотела предложить танк-батл, но так гораздо веселее! Мы в топе!
Держать тебя! Кто хочет увидеть фотобомбы? О, я хочу! Получает серебро на этой психованной олимпиаде. Отныне я буду называть тебя человек посредственность. Справляешься с работой? А какой ты работе? Домашней или получей? Обеих, но в первую очередь школа. Со школой я уже разобрался. Теперь... Где она только находит этих ребят? Ха, я хотела предложить танц-батл, но так гораздо веселее! Держите пальцы на кнопках! Скоро наступит время фотобомбы! Скажи что-нибудь неполиткорректное, это поднимет нам трафик! Парни кувалды всегда помогают моим трансляциям, так что я снова пригласила их! Люди кувалды! Вам что, делать больше было нечего? Аккуратно! Я тебя Все мои фанаты! А, как приятно чувствовать себя любимой! А, как-то все кривовато! Уравняем шансы! Лови эту фотобомбу! Да! О, я просто влюблена! Я тебе челюсть сломаю! XX Рассвета XX пишет, это шоу просто эпик! Не цитируй меня! Парни, как я? Почему бы не продолжить наше шоу? Давай-ка добавим огонька!
Ладно, а ты не профессионал? Дави, гада! Неплохо. Но в моей работе неплохо, это плохо. Сойдет. Но мне кажется, ты не показал весь свой паучий потенциал. Человек-паук, все сдали. Кто-то может решить, что я это муран, и мне кажется, это чистая правда. Но я устал. Устал от бессмысленных. Зрители проголосовали за лучшее использование гаджетов. Ты знаешь правила, паучок. Прояви находчивость с гаджетами. Придется играть по правилам. Понравилось, да? Хорошо, хорошо! Пикосплеер 779 пишет, я хочу больше гаджет-комбо. Нельзя подвести ее. Дымный монстр 42 просит, можно еще одну фотобомбу? Конечно, да! Он уязвим! Это твой шанс! Вот это фотобомба, что надо! Держи его! У тебя и в самом деле мозги паучьи! Не драться! А как насчет обоих гаджетов? Победи! Давай, изо всех сил! Драться может любой! Фанаты хотят видеть гаджеты! Он оглушен! Добивай! Дело с маньяком, приходится жертвовать оценкой за стиль. Отныне я буду называть тебя Человек-посредственность!
Готово? Я должен найти бомбы, пока не сдетонировали. Продолжай, паучок! Как ты еще ее не заметил? Помни, она спрятана! Думаю, что этой фобке поможет фильтр. Почти на месте, но не опоздаешь ли? ОМГ, ты близко, как только возможно! Фу, твои фотографии такой отстой! Теплее. Ты совсем рядом. Ты что думал? Я оставлю ее просто так у всех на виду? Надо найти последнюю. Прости, лапушка, но за такие снимки ты много лайков не получишь. Могло быть лучше, но могло и хуже. О, вот как я назову свою автобиографию. Отныне я буду называть тебя Человек-посредственность. Вечеринка начинается! До встречи! Ха-ха! Прости, паучок, ты не приглашен. Только подписчики. Но я тебя все равно люблю. Ладно, чудила должна быть где-то здесь. Если только это не трюк опять. Но на такую вечеринку она бы явно хотела прийти. Привет всем, надеюсь, вам весело. Не забудьте отметить меня на своих селфи. Чудила! Стоять! Брось! Нас смотрит весь мир! То, что люди смотрят твой стрим, не значит, что ты им нравишься! А, ну ты зануда! Подколки должны быть стёбными, окей? Кто хочет увидеть фотобомбы? О, я хочу! Хватит! Да ни за что! Ты погляди, какой у нас всплеск зрителей! Мы обязаны продолжать! О, о, не пропусти фотобомбу! Поворот сюжета! Черт, в наши дни дроны есть у всех! Фотобомбу!
смотри! Фотобомба! Скорее к ней! Отменно! Твоим подписчикам на тебя плевать! Зачем ты... Можно вычеркнуть? Я ролевая модель! Я несу ответственность перед зрителями! Да ни разу! У тебя сейчас только одна ответственность! Остановиться и признать, что ты совершила кучу ошибок! Чего? Я подарила этому миру величайшее шоу, которое он когда-либо видел! Где тут ошибка? Пострадало много людей! Ты забрался. Наконец, пора приблизиться и закончить дело! Я не завидую! Я зол на себя, что позволил тебе так много! Конечно, знаете. Я начну ланд-стрим по пути в участок. И отписаться.